Приветствую вас, друзья. Сегодня я вам показываю вольерчик, который мы сделали для Ахилла, но, к сожалению, не получилось его заселить сюда, так как у него... Ну, он начинает выть, орать, лаять. И пока что мы его выводим на коротенькое время в другой вольер, чтобы он привыкал. Но пока не получается его отдельно выселить в вольер на улицу. Этот вольер мы отдали девчонкам. Тут все девчонки стерильные. Катюша. Катюшенька. Катюша. Это собачка от бабушки, которую мы забрали. Рыжуля. Это собачка с Березки. Она бегала там, в Георгиевске, на Березке. Жила на улице долгое какое-то время. У нее там появились даже постоянные кормилицы. Она прям какое-то там даже, по-моему, осеннее или зимнее время. Я уже не помню, когда мы ее забрали, но она у нас достаточно долго уже живет. Беременную мы ее забрали, стерилизовали. Вот сейчас она у нас маленькая собачка. Это девчонки-щенки, поэтому такие активные. Эта девочка не так давно мы ее забрали. Пару месяцев она у нас. Забрали беременную, стерилизовали. Вот она сейчас красивучая, просто малышка. Нужен дом очень. Да, зайчик? Смотри сюда, какая красивая девочка. Смотрите, это коргообразного типа малышка, но она меньше, чем стандартные корги. Замечательная, посмотрите на нее, красавица. Да? Она поменяла платье, у нее было пушистое платье, она его скинула. Вычесывалась очень долго. Сейчас у нее замечательная короткая шерстка. Присмотритесь. Милейшая девочка. Рыжулечка. Рыжуле тут не очень нравится. Тут состав, возможно, поменяется собак, потому что мы присматриваемся по темпераменту. Кто как себя чувствует. Ну вот Катюше очень нравится здесь, да, Катенька? Рыжуле не очень нравится. Ну, посмотрим. Это девчонки стерильные, две сестры. Мисочки новые. Новые мисочки. Спасибо огромное, кто заказал. Это замечательно. Просто спасибо. Вот, здесь, кстати, кошачий вольер по соседству. Тут мы будем еще мелкую сетку стелить, потому что эти малышки-то ничего не сделают, они до них не долазят. А вот Катюша, а вот постарше собачки, повыше, конечно, могут и лапки пооткусать. Катя, мы вот Катю выявили, что она не очень любит собак, ой, кошек, реагирует на них плохо. Вот у нас котики в соседнем вольере. Тут будет еще мелкая сетка. Катя. Катя маленькая тоже. Маленькая. Тут, в принципе, в вольере собрались всем очень маленькие собачки. Домашний квартирный вариант. Посмотрите, Рыжуля. Рыжуля. Ищите, девочка. Две сумасшедшие сестры. Рядышком. Будка тут пока одна, просто тут места не так уж и много, поэтому будочка пока одна.